В этом году в Самаре обновляют 28 километров тепловых сетей. Это 24 объекта в разных частях города. На сегодняшний день больше половины участков готовы. На них собраны монтажные схемы, территорию благоустраивают. На оставшихся объектах специалисты продолжают трудиться. Одна из актуальных задач – переключение домов с временной схемы теплоснабжения на постоянную. Дома будут подключаться постепенно, как сегодня мы уже начинаем на Пензенской. То есть мы голову построили, основную трубу, и начинаем уже подключать потребитель. То есть к 30-му мы последние дома переключим на постоянную схему. Текущие работы по подготовке города к отопительному сезону обсудили на заседании оперативного штаба под руководством главы Самары Елены Лапушкиной. Она напомнила, что работы также должны завершаться и полным восстановлением благоустройства территорий. Параллельно продолжается работа по подготовке и оборудованию внутри зданий. Об этой работе доложили главы районов. Подготовлено уже 99,7% домов. Остаются лишь частные ситуации, например, если завершается капитальный ремонт или происходит процедура смены управляющих компаний. 22 дома остаются, это в связи со сменой управляющей компании. До 15-го, значит, будет все готово. С понедельника мы их обследуем, еще раз посмотрим. И 3 дома по ФКР у нас, соответственно, идут. Также управляющие организации завершают ввод актуальной информации в электронную систему ГИС ЖКХ и исправляют ошибки в документах, которые специалисты ГЖИ вернули для доработки и уточнения, чтобы к отопительному сезону была доступна информация по состоянию каждого многоквартирного дома в городе. Андрей Горгуленко, Николай Епифанов. События.